43 жителя Лобни в этом году стали лауреатами ежегодной премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье». На торжественной церемонии награждения победителей, которая состоялась в Одинцово, вместе с лобнинской делегацией побывал и наш корреспондент Никита Панин. У меня проект называется «Уступи место будущей маме». Это значки для будущих мам, которые пользуются общественным транспортом. Надпись «Уступи место будущей маме», чтобы люди видели, что женщина в положении, что ей нужно уступить место. Мы реализовали в городе Лобни этот проект, хотим в подмосковных городах также его сделать. В одном проекте я занимаюсь воспитанием культуры чаепития в нашем городе, а второй проект я собираю бездомных животных и спасаем жизни, они у нас живут, кого-то пристраиваем, кто-то у нас остается. На данный момент у нас 20 кошек и 3 собаки. Молодежный медиа-центр города Лобни. Это площадка для начинающих журналистов, корреспондентов, видеооператоров. Это все нужно для того, чтобы подростки могли больше понять профессию. Да, мы проводим и мастер-классы, и организуем некоторые мероприятия. Наша номинация «В движении». В общем-то, это многоплановая работа по развитию детского спорта в городе Лобня. Мы этим занимаемся уже более 5 лет. И вот сегодня это получило подтверждение, что это действительно очень важно и для города, и для области, и, наверное, для всей страны. Свои проекты на соискание премии «Наше Подмосковье» в этом году представили 345 лобнинцев. Каждый 8-й проект получил награду. Для этого они приложили очень большие усилия, большую работу провели. И за это им огромные слова благодарности. Но их большой труд и работа была оценена. Именно поэтому они сегодня здесь, в этом зале. Ну, как представитель общественной палаты, я очень рад, что от нашего города представлены номинанты. Я думаю, что это высокая оценка именно труда лобнинцев. Обладателей первых мест среди лобнинцев в этом году не оказалось. Однако 4 проекта получили звание лауреата второй степени и 39 третьей. На реализацию своих идей их авторам выделили денежные призы в размере 150 и 50 тысяч рублей соответственно. Победителей же конкурса в каждой из 10 номинаций чествовали на сцене. Торжественную церемонию открыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Премия «Наше Подмосковье» родилась благодаря неравнодушным людям, которые, несмотря на свои хлопоты, на свою занятость, на безумный быстротечный мир, находят время дарить добро, дарить внимание. Мы увидели в разных городах, в разных самых маленьких населенных пунктах людей, которые вкладывают свою любовь, свое отношение к тому, кто нуждается в помощи, к тому, что требует внимания. Церемонию вручения наград организаторы связали с годом российского кино, подготовив стилизованную концертную программу и проводя параллели между знакомыми всем фильмами и добрыми делами жителей Подмосковья. А награды лауреатам первой степени вручали известные актеры. В этом году на соискание премии «Наше Подмосковье» было подано рекордное количество заявок – всего более 36 тысяч. Никита Панин, Алексей Бойко, Александр Михайлов, Михаил Жуков, телекомпания «Лобня».